Тот, кто повторяет базовый гид ежедневно, совершенно точно освободится от любых греховных реакций и будет пребывать в духовном небе. And of course there is Vishnu Sahasranama also. И, конечно, также существует Вишну Сахасранама. Thousand names of Vishnu. То есть тысячи имен Вишну. And it is said that what is the benefit of chanting Vishnu Sahasranama? И говорится, что тот, кто тот, кто воспевает тысячу имен Вишну во время поклонения Господу, достигает того же результата, что и от изучения всех вед. И без сомнения, тот, кто воспевает славу Верховному Господу, повторяет тысячу имен Вишну, освобождается от всех видов анарт. It is said that by chanting Vishnu Sahasranama, a person who has committed sinful activities, knowingly or unknowingly, it is all knowingly, also cures, incur, it all destroys, all the sinful reactions will be destroyed. То есть тот, кто повторяет Вишну Сахасранаму, даже если есть у него какие-то греховные реакции, он очищается от всех от них, все они уничтожаются. It cures incurable diseases. И также это повторение исцеляет от неизлечимых заболеваний. Once Sitalanga Prabhu and myself, we went to meet one member. He was the head of the neurosurgeon hospital, mental hospital, the biggest mental hospital, NIMHANS, it's called NIMHANS, neurologist, it's in Bangalore. So we went to make him a member, Dr. Hegde, his name was Hegde. What? Dr. Hegde, you can say that. Итак, однажды Шиталанга Прабху и я поехали встретиться на встречу с одним To make him a life member. Мы поехали на встречу с главой госпиталя душевнобольных, заведующего также нейрохирургии господином Хегде. Мы хотели сделать его пожизненного члена ИСКОН, то есть, ну, привлечь его к этому. So Sitalanga Prabhu was preaching to him, and he became member, of course. И, конечно, Sitalanga Prabhu проповедовал ему, конечно, он стал пожизненным членом ИСКОН. He was preaching to him about some of the glories of holy name. И, конечно, Sitalanga Prabhu проповедовал ему славу святого имени. And then Dr. Hegde said, I will tell you something interesting, Swami. И тогда доктор Хэгде сказал, я вам кое-что интересное сейчас расскажу с вами. He said, I had one case. У меня был один случай. One person was admitted to the hospital. He was brought to hospital. Один человек попал в госпиталь, его привезли. He had little bruises. Some accident had happened. Что-то с ним случилось, какой-то несчастный случай. Он был весь в синяках, небольших синяках. The little bruises he had. Небольшие синяки у него. Otherwise, everything is intact, nothing is wrong, everything is fine. Но все остальное его тело было в порядке. Only problem was he forgot, he lost his memory. Единственная проблема заключалась в том, что он потерял память. He didn't know who he is, where he is, and all this. So relatives became, you know, very worried. So they brought him to the NIMHANS. Он не знал, кто он, что он, где он. И почему он, его родственники, конечно, очень сильно беспокоились и привезли его сразу в госпиталь. Actually, that patient, he was a very big mathematics professor. На самом деле, этот пациент оказался величайшим профессором математики. In one of the very reputed college in Bangalore, and he was the head of the mathematics. В одном из очень уважаемых уважаемых институтов в Бангалоре, вообще все это происходило в Бангалоре, вот там он был профессором математики. His name is Dr. Singh Perumal. Его
его звали доктор Симперма. He's a Sri Vaishnava Brahmana. Он был Шри Вайшнава Брахмана. But he forgot everything. Но он все забыл. Everything. He has forgotten, you know, whole thing. So, few days, 10-15 days over, this doctor examined him and he told the relatives, there is no point in spending so much money, he has nothing wrong in his body, etc. So, everything is all right. So, no need to keep him here, you take him back home. И через 10-15 дней, когда уже все возможные виды обследования были сделаны, и ничего не было найдено в его теле, он был абсолютно здоров, только несколько каких-то синяков было небольших. Врачи сказали его родственникам, что не нужно ему больше здесь держать, только попусту тратить деньги, можно забирать его домой. But Dr. Hegde told their relatives, you do one thing. Но доктор Хегде сказал его родственникам сделать одну вещь. You play all the time Vishnu Sahasranama next to his ears. Вы просто ставьте ему постоянно Вишну Сахасранаму, и чтобы он постоянно слушал, чтобы его ухо постоянно повторялось. And in South India especially, they all Vishnu Sahasranama means they know only one. M.S. Subbulakshmi is Vishnu Sahasranama. В Южной Индии все практически знают Вишну Сахасранаму, и единственное, что Вишну Сахасранаму. There is a great singer, M.S. Subbulakshmi, I don't know how many of you know. Я не знаю, если вы знаете о таком великом, слышали вы о таком великом певце, как... What's his name? M.S. Subbulakshmi. M.S. Subbulakshmi. So in South India, if you go and ask anywhere, any care, you know, Vishnu Sahasranama, first thing they give is M.S. They call it as M.S. They just give M.S. И в Южной Индии, если попросить кого-то дать, например, запись Вишну Сахасранаму, сразу дают вот эту МС, так называется, МС. So anyway, they played Vishnu Sahasranama for 3 full days, it was continuously going on. И так они поставили ему запись Вишну Сахасранама, и 3 дня подряд, без остановки, она постоянно играла его ухо. For day, he got back everything. All memory he got back. И на 4-й день вся память вернулась. This is the story. There are many stories about Vishnu Sahasranama, but I cannot, there's the time, so I just told one. So Vishnu Sahasranama, it has got so much potency. It can cure any, because it says it cures incurable diseases, so I just gave one example. Я сейчас только один пример привел, на самом деле таких примеров множество, но как здесь говорится, то что Вишну Сахасранама исцеляет от неизлечимых заболеваний, и вот, собственно, это один из тех примеров, жизненных примеров. Anyway, so Prabhupada, there was Prabhupada's cook was there on Palika Mataji, she was sick in Vrindavan. And Prabhupada asked, where is Palika? They said, she is sick, Prabhupada, she has got some typha or something. He said, he called two Matajis, two lady disciples, and then he said, women disciples, he told them, you go stand next to her bed, chant Hare Krishna. And they chanted whole day and night Hare Krishna mantra. Next day she was all right, because she was not cured by any English medicine. She has been going on taking, but she was not cured. 3 days over, they were all ready to, it was just going on. Prabhupada said, you just chant Hare Krishna mantra, it will all go. And she became all right. Есть еще один хороший пример. Однажды в Вриндаване Палика Матаджи, повар Шрилы Прабхупады, заболела. Шрила Прабхупада спросил своих учеников, а где Палика? Ему сказали, она заболела. Ну, какое-то у нее было заболевание вроде тифа или что-то такого. И тогда Прабхупада попросил своих учеников, женщин, Матаджи, несколько Матаджи, пойти к ней в комнату и оставаться с ней, просто повторять Махамантру, Хари Кришна Махамантру. В течение всего дня и всей ночи они повторяли Махамантру, на следующий день ей стало лучше, она выздоровела, а до этого никакая обычная аллопатическая медицина, в смысле никакие лекарства ей не помогали. Она в течение 3 дней болела, но за 1 день вот постоянного слушания Махамантры она исцелилась. Okay. So, here it says, even the sin of killing a brahmana is nullified by chanting Vishnu Sahasranama. So he says,
What then can be said of other sins? Killing a brahmana is such a great sin, even that is nullified. He said there is no, you know, what to speak of any other sins. It will all be eradicated. Здесь также говорится, что грех от убийства брахмана также устраняет, сводится к нулю во время повторения Вишну Сахасранамы. И что уж говорить о других грехах, если такой великий грех, как убийство брахмана, тоже сводится к нулю. Recitation of Vishnu Sahasranama is equal to the recitation of all the Vedas and the worship of all demigods. Повторение Вишну Сахасранамы сравнивается с повторением всех вед и поклонением всем полубогам. О, best of the Pandavas, the influence of Kali cannot enter the house of a person where the chanting of Vishnu Sahasranama is recited. The influence of Kali cannot enter the house of a person where the chanting of Vishnu is present. О, лучшие из браманов, о, лучшие из пандов, точнее, влияние Кали никогда не попадет в дом того, где, в того, в чем доме постоянно читают Вишну Сахасранаму. And here one more about Bhagavad Gita. A person who recites a chapter, a shloka, or half a shloka of the Bhagavad Gita becomes free from the contamination of material life, goes back home, back to Godhead. Также про Бхагавад Гиту здесь говорится, что тот, кто читает шлоку и главу из Бхагавад Гиты ежедневно, а также освобождается от неблагоприятных последствий материальной жизни, возвращается назад к Богу. Of course, when you say Vishnu Sahasranama, further Hari Bhakti Vilas itself informs us, you know, Prabhupada also quotes many times, we all know that in the Vishnu Sahasranama itself this comes. You know, chanting Vishnu Sahasranama, 1,000 names, it is so big, it is difficult to remember all the 1,000 names, although it's not so difficult. But Parvati Devi asks Sri Shiva, Keno Payena Laguna Vishnu Nama Sahasrakam. Is there any way? Instead of chanting Vishnu Sahasranama, is there any way where I can get the same benefit, something? So then Shiva says, Shri Rama 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 Yeti Ramane Ram Mano Rame Sahasranama Tatulyam Rama Rama Varana. He says, by chanting three times of Rama Rama, you will get the same benefit of chanting 1,000 names. And further, Bhaktivinoda Thakur, Jiva Goswami, they all quoted from the Brahmanda Purana, different Puranas, they say, if you chant one time of Krishna, it equals three times of Rama and 1,000 names of Vishnu. So by chanting Krishna's name and you are chanting Rama name, Hare Krishna Mahamantra contains both Krishna and Rama, you will get the benefit of entire Vishnu Sahasranama. So the pujaris who are in the altar, if they don't know any other shloka, at least they should nicely chant Hare Krishna Mahamantra, and that will give all the benefits. Yeah, итак, про Вишну Сахасранаму Хари Бхакти Виласе также Шрила Прабхупада указывается, что необходимо читать Вишну Сахасранаму. Шрила Прабхупада тоже говорил, что, конечно, тысячи имен это довольно сложно запомнить и ежедневно повторять тысячи имен Вишну, хотя сама по себе Вишну Сахасранама не сложная, но все-таки она длинная и сложно ее запомнить. Однажды Парвати Деви спросила Шиву, есть ли какой-то другой способ заменить Вишну Сахасранаму и получить при этом, то есть есть ли какой-то другой способ
читать, может быть, какую-то другую мантру и получить такие же плоды, как от прочтения Вишну Сахасранаму. И тогда Шива сказал, да, Шри Рама Рама Рети, ну, вот это мантра, то есть то он сказал, что три раза повторяя имена Господа Рамы, вы получаете такой же результат, как от прочтения тысячи имен Вишну. А далее Бхактивинода Тхакур говорил, что просто один раз повторив имя Господа Кришны равняется прочтению имени Господа Рамы три раза или прочтению тысячи имен Господа Вишну. То есть, когда вы повторяете Хари Кришна Махамантру, которая уже содержит и имя Кришны, и имя Рамы, вы повторяете все эти тысячи имен Вишну, то есть это равняется прочтению Вишну Сахасранамы. Поэтому пуджарины, которые служат на алтаре, если они не знают другие шлоки, не знают другие мантры, им просто необходимо очень хорошо и внимательно повторять Махамантру. Итак, Вастра. Тот, кто вытирает тело Хари Йошри Хари тканью, освобождается от греховных реакций, накопленных в течение 100 000 лет прошлой жизни. Следующее. Преданный красиво и преданно украшающий Шри Вишну одежды для верхней и нижней частей тела получает возможность пребывать в царстве Чандры, после чего достичь верховного царства Господа Вишну. Предлагая Господу одежду, изготовленную из шерсти оленя, преданный исполняет все свои амбиции. Тот, кто предлагает хлопковую одежду Господу Джанардене, получает возможность пребывать в царстве Господа Вишну на столько тысяч лет, сколько метров ткани было использовано для шитья этой одежды. Next. Next. О, Брамане, чем дороже ткань, тем очищеннее она считается. Поощрение служения рассчитывается пропорционально качеству предметов одежды. Next also. Yes. Предлагая Господу белые предметы одежды, преданный накопит много богатств. Предлагая одежду цвета цветов кусумби, преданный становится удачливым. Today you offer white garments. Сегодня вы предлагали белую одежду Господу. Next. Тот, кто одевает Шри Хари в тонкие нежно-розовые ткани, обретает результат, равный жертвоприношению коня. It says blue clothes. Any blue. Deep or white? It says blue clothes, but if you're offering in silk, it is all right. It's okay, but it doesn't matter. Итак, непонятно, голубые тут или синие ткани, потому что просто написано один цвет, а в английском нет такого, голубой и синий. В общем, тот, кто предлагает божеству голубые или синие ткани, может быть, вы меня поправите, я не знаю, какие голубые, синие, и те, и другие, наверное. В общем, тот, кто предлагает божеству синие ткани, старые предметы одежды и ранее использованную ткань, навлекает на себя грехи. Если предмет одежды сделан из овечьей шерсти или шелка, синего или голубого цвета, его можно предлагать Господу. Прабхупада сказал, что если шелковая ткань, тогда можно предлагать такого оттенка. Here sheep hair means wool. Fine wool. Здесь шерсть овцы означает тонкая шерсть. Next, offering the Yajnopalita, you offer garment, now you offer the Yajnopalita to the Lord. Итак, мы обсудили предложение одежды и ткани, а теперь Yajnopalita. Made of 9 fine white or yellow thread. Yesterday Mahabharata Prabhu was sitting doing Yajnopalita. Вчера Махабхарата Прабху сидел и подготавливал Yajnopalita. So when we become expert in mastering the understanding of the Vedas, И как тут говорится, что предлагая Господу двоим священный лист, готовленный из 9 тонких белых или желтых нитей, преданный станет специалистом в
специалист, но собственно он таким и является специалистом. So you keep donating something to brahmanas always, that will benefit. Продолжайте дарить что-то брахманам, тогда вы получите определенную выгоду от этого, и это благоприятно скажется. So after Ignoparita, you can also offer cotton Ignoparita, or if you want, you can make it in silver or gold, that is also possible. Можно Ignoparitam предлагать сделанную из хлопка, или из золота, или серебра, это тоже возможно. Здесь даже говорится, несомненно, тот, кто дарит священный нить брахманам или полубогам, становится в таком четырех ветра, достигает высокого очищения. Next we have jewels, jewelries, ornaments. Украшения и драгоценности. So you can go one by one. There are so many. Здесь мы можем все обсудить. Предлагая семь, преданный становится специалистом в понимании вед, обретает везение и результаты проведения жертвоприношения коня. All of them are there. They can read one by one. That will be. Лучше будет, даже если каждый из нас прочтет по одному, потому что там будет много, так что вот может вы прочтете, вам видно? It is just to show how Sanatana Goswami goes into detail. Благодаря обращению Шри Господа Сетхи преданный обретает невероятную силу слуха, возможность слышать с больших расстояний. Спасибо. Дальше. Here what happens, offering also means one who is donating, another is one who is putting to the deity. Both. Здесь предложение означает либо дарование, задарение чего-либо, либо подношение Господу. Вы? Давайте. Anybody can read. Most of them, it is expected that in gold, precious metal. But you will find one interesting quote by Sanatana Goswami. Обычно все украшения предлагаются, все украшения, которые предлагаются, сделаны из золота или серебра, или какого-то драгоценного металла. Но там будет очень интересная цитата Санатана Госвами, но вы увидите сейчас скоро. But Goswami is being, Sanatana Goswami being Trikalagna, means he knows in the future there will be ISKCON, it will be, because it is the, you know, there will be ISKCON and it is not be possible, you know, always to provide gold or silver. But he has found one shloka very interestingly. When I was reading this, when I was making notes, when I was reading Haribhaktivilas, I was surprised to see even that he has covered. So much detail, you know, Sanatana Goswami, when there was no media, you know, electronic facility, you know, gadgets or anything, no Veda base or no nothing, he has covered so much, and you can imagine what is the depth and the level of Sanatana Goswami, and for the benefit of, you know, future, he has given everything. Итак, несмотря на то, точнее, не несмотря, а Санатана Госвами был Трикалагна, то есть он знал, что
что появится искон и каким будет будущее. Поэтому, когда я готовила этот семинар, я столкнулась, увидела эту шлоку, эту часть, и понял, что на самом деле Санат с вами все знал. Он знал, что будет искон, что, возможно, не будет драгоценностей. Ну, вы увидите эту следующую шлоку, там будет. И несмотря на то, что не было никаких средств массовой информации, никаких приспособлений, специальных устройств, ничего электронного не было, никакого ни интернета, ни ведебейс. Но все равно Санат Госвами настолько глубоко описал все, настолько детально все описал, что, конечно, глубина его мыслей и знаний поражает. Давайте, может быть, я просто это все дочитаю. Чтобы быстрее микрофон, да? Предлагаю браслеты для ношения выше локтя, преданный обретает силу побеждать врагов. Предлагаю ожерелье, преданный обретает знание всех писаний, становится специалистом в контролировании женщин. Ни одна живая сущность не сможет напасть на преданного, предлагающего наручные браслеты или ремешки Господу. О, браманы, преданный также может предлагать украшения от имитирующего золото, драгоценные камни материала. Преданный вскоре удовлетворит Господу, предлагаем украшения из меди других не очень дорогих металлов. Вот об этом шла речь. То есть можно даже предлагать с напылением золотым предлагать украшения. В Харибхакти Вилас есть 20 вилас. In 20 sections, 20 chapters. Или 20 глав. He has covered top to bottom regarding temple, devotees, customs, whatever they do, eclipse, what to do, Ekadashi, all the festivals and the deity worship, Prana Pratishtha, everything he has covered. It is like a manual for a, you know, go-to book, they say. It is like a go-to book. You can have one book and then you can refer and follow it. Этих глазов, этих глав, Санат Госвами описал все. И храм, каким должен быть храм, и каким должны быть преданные, как себя должны вести, какие есть обычаи, церемонии, что нужно делать во время затмений, во время Экадыши, как проводить фестивали, как поклоняться божествам. Это полное руководство к действию, и его называют даже готу книгой, то есть книгой, которую всегда можно использовать как справочник. Предлагается Господу украшения разных форм, формирования диска булавы, преданный может отправиться и пребывать в царство Вишну. А в Кали-Югу, когда кто-то видит украшенного золотом Господа Хари, 7 поколений его семьи получает освобождение. So you may see in Tirupati, Shiranam, in many temples, and in Vrindavan, Radharaman, and different temples in Jaipur, you will see the deities are bedecked. Jewels, actual gold, jewelry, you know, the gems, they're all original. And it is there. And in olden days only they wouldn't give any imitation jewelry to the deities. And they would give this. But the benefit, why it is given? By looking at that, you know, by taking darshan of the deity, which is, you know, wearing gold ornaments, all that, it says that 7 generations both the family side is delivered. Mm-hmm. 7 generations. Итак, сейчас даже если поехать в такие храмы, которые расположены в Тирупати, например, Тирумари или Шри-Рангами, или даже есть некоторые храмы во Вриндаване, где божества полностью украшены золотыми украшениями какими-то. И эти украшения сделаны из настоящего золота. Раньше не использовали никакие подделки золота, как-то имитирующие золото материалы. Но для чего? Почему использовали только настоящее золото? Потому что, как здесь говорится, если преданный увидит
Господа, украшенного настоящим золотом, то семь поколений его семьи, его родственников сразу получат освобождение. Okay, then we'll move on to next Ganda. Перейдем тогда к Ганде. If possible, temple can do this type of Ganda for the deity. Если есть такая возможность, то следует выполнять такую ганду, то есть подготавливать такую ганду для божеств. Someone can read, and they can just read out all that. Yes. Я просто прочту. Итак, смесь порошка сандала, агуру и камфоры называется ганда. Смесь двух частей оленевого мускуса, четырех частей порошка сандала, трех частей кумкума и одной части камфоры относится тоже к ганде. Кумкума – это шафран. А кумкума – это шафран. Not кумкум. Another lady's keep кумкум. Не красный кумкум, который женщины вот синдур себе рисуют, а это шафран. And the camphor is not the burning camphor, but it's the cooking camphor, edible camphor. А камфора – это столовая, скажем, камфора, то есть это не та, которую мы поджигаем, а та, которая пригодная для употребления в пищу. Aguru is a word available in Assam, place called Assam, Aguru. From there, the tree is there, Aguru. Который растет в штате Ассам, вот в тех районах. Но у него есть какое-то тоже название. It's pretty much available. It's not very... Это не очень редко встречающееся растение, в принципе, оно доступно. Итак, смесь из пасты сандала и туласи. Это два туласи и осу? Два сандала и туласи. Да. Смесь из пасты сандала и туласи очень дорога Господу Вишне. Среди всех ароматных субстанций сандал является лучшим. Агуру – лучше сандала. Черный агуру – лучше обычный, а шафран – еще лучше черный агуру. Украшение лба Господа Рамы пастой из древесины туласи считается лучше, чем украшение камфоры, шафраном и даже мускусом. Туласи очень дорога Господу Вишне. It said that Krishna in Mantle says that you may offer me all costly items, put in chandana and like aguru, kasturi, that is musk, and camphor, saffron, all that devadaru, different types of things. But if it does not have the touch of a tulasi, it is not very pleasing to me. В одном месте Кришна говорит, что вы можете предлагать мне все самые дорогостоящие ингредиенты, предварительно смочив их в сандаловой пасте, то есть это может быть агуру, девадару, сандал и так далее, и так далее. Но если в них нет, вместе с ним не предлагается туласи, то тогда не принимаем. After reading, Krishna says, I'll be very pleased, and if it is got tulasi, that will please me more. Он сказал, что если добавить ко всему к этому туласи, тогда это действительно доставит мне удовольствие. In June, after reading this, I started adding tulasi stick. We have a lot of tulasi stick dry, and we started doing that, adding the part of Ganda. When we offer chandana, and it has tulasi now. Сейчас в Джуху мы делаем такую пасту из туласи, потому что у нас есть сейчас древесина туласи, ну, вот, ствол, и мы натираем и предлагаем вот эту пасту из туласи в Джуху, в Мумбай. Итак, здесь еще говорится, что украшение лба Господа Рамы пастой из древесины туласи считается лучше, чем украшение камфоры, шафрана, даже мускусом. Туласи очень дорога Господу Вишне. По-моему, это похоже было. То есть человек один не видит? I'll read out it because there is a few back in. So it is given here, at the time of death, if a person is fed, tulasi wood paste, you make a tulasi wood paste and feed him. At the time of death, he has little more life, you know he's going to die or something, you feed him. He is liberated even if he is sinful. He has committed all kinds of sins, but he has fed tulasi paste,
Tulasi you take and then little bit you give him, then it says that he'll get liberation. Также говорится, что на пороге смерти, если человеку на пороге смерти положить в рот пасту из древесины туласи, то даже если он совершал самые страшные грехи при жизни, он освобождается от них. It said that even in the Pitrukarya, if somebody does Shraddha ceremony, forefathers, you should offer chandan with tulsi paste, they will be very pleased. Также говорится, что во время церемонии Шрадха, то есть выражение почтения предкам, также необходимо предлагать пасту из туласи, смешанную с сандалом. But one should avoid lotus stem paste, lotus stem. One should not do a lotus stem paste. Но говорится также, что не следует использовать пасту, сделанную из стебля лотоса. Then we go to Pushpa. Говорится, что для перку использовать туласи, но как же мы то, что мы туласи используем только для лишней пасты? No, you feeding, you give them. You first, you offer it to tulsi. You are not just giving it to the, you know, the lotus feet. You give it to Krishna, but for others you can put it here also. Tulsi in the forehead. Give them, and for eating you can feed them little bit. Да, сперва вы предлагаете Господу эту пасту, и словно так же, как, например, когда вы предлагаете пасту сперва из сандала, потом уже на лоб накладываете, да, точно так же, сперва вы предлагаете эту пасту божествам, а потом уже можно класть в рот, например, человеку на пороге смерти или использовать во время шрадхи. Then we go to Pushpa flowers. Так, теперь... There is a lot of quotations. I just picked a few of them actually. I have not taken the everything. But even then, I felt these are all important, so I just picked up. Thought I will share with this. And it may look little boring, you know, going on reading. But it is very important to know what all, how much importance is given. When you worship, what all benefits you are getting. Why it is so, you know, Krishna likes this flower and then all this. He has given every detail, what flowers he likes, so that you can offer that. Итак, мы сейчас перейдем к обсуждению пушпы. Не все я, конечно, здесь указал, потому что очень много описаний различных цветов. Но так или иначе, даже, может быть, вам покажется это скучно, то, что мы сидим тут и просто зачитываем, что какие преимущества у каждой у каждого предложения, но всем необходимо знать эти преимущества и что будет от того, что вы предлагаете ту или иную вещь, потому что необходимо знать, какие цветы именно Кришне нравятся, почему они ему нравятся, тогда вы сможете предлагать их лучше. Итак, говорите, может быть, вы прочитаете, так будет веселее. Не слышно будет, да, хорошо. Ладно, я дочитаю. Говорится, что предложение цветов – лучшая благотворительность или благотворительная деятельность. Предлагая цветы, преданный избавляется от бедности, его удача увеличивается. Такая личность также обретает богатство, славу, доброе здоровье, благоприятность и мудрость. Верховному Господу больше нравится предложение цветов, нежели драгоценности и других ценностей. Преданный, кто… He doesn't demand. If you don't have jewelry, he says, you give me flowers. И Господь настолько прост и добр, что Он говорит, если у вас нет драгоценности, просто предложите мне цветок. When Lord went to do, treaty, peace treaty with on behalf of Pandavas, he went to Kauravas. He went to Hastinapati. Duryodhana, wanted to invite Krishna and he made a
all arrangement so that he wanted to influence him. He thought bribing, by, you know, by giving nice footsteps and all that, he thought he will win over him. And then, but Krishna rejected that, went to Vidura's house. Vidura never expected that he will come to my house. I, because I am so poor and you know, I am a Shudra, like that. But Krishna went to him. And Vidura and his wife, they were so, you know, astonished. They were taken a surprise. He came now. And they were feeding him, you know, taking out the banana peel. And then giving the banana peel and then throwing the banana actual fruit. But Krishna took that. But of course, they did it out of ecstasy, out of their level was different. It's not that you also go and do tomorrow onwards, I will also give peel. That doesn't work. It happened at this thing. But the Lord was so simple, he took it. Когда Кришна пошел устанавливать мир с Кауравами, ему Дурьёдана хотел дать ему взятку, что ли, подкупить его, и начал предлагать ему какие-то вкусности, прекрасные тоже драгоценности, и все самое лучшее, что у него было, но Кришна ничего этого не принял. Но когда он пошел в гости к Видуре, Видура и его жена вообще даже и не предполагали, что Кришна к ним придет, ведь они простые шудры. И так, когда Кришна к ним пришел, они были настолько в таком большом изумлении, что и в экстатическом состоянии, что начали чистить для него бананы, но вместо бананов предлагали только шкурки от бананов. Но и Кришна принял эти шкурки от бананов. Это, конечно, не означает, что теперь с завтрашнего дня вам нужно предлагать Кришне шкурки от бананов. Это просто такой пример, который показывает, что Господь очень просто и с любовью принимает то, что ему предлагают его преданные. So these flowers is available all over the world. Some kind of flowers are available. Поэтому по всему миру растут какие-то цветы, хоть какие-то цветы есть. Although it is, we should try to give him the best flowers, fragrant flowers. Нам необходимо всегда стараться предлагать Господу самые приятно пахнущие ароматные цветы. But nevertheless, flowers are available everywhere. It is something which everybody can afford. They can take some flowers and offer it to Krishna. Но на самом деле цветы растут везде, и ну или они есть доступны везде. Это самое доступное, что у нас есть. Все, каждый может хоть один цветочек предложить Господу. And it is said that if somebody purchases the flower with proper means, if they have earned in a proper means the money, and if they earn and then they take the flower, purchase it and bring it to the deity, it is said that 7 generations of his family, both previous and future, are delivered. Итак, говорится, что если человек покупает цветы на должные средства, то есть на свои деньги, на должные средства, то тогда 7 поколений его семьи освобождаются. It is interesting. Причем 7 поколений как из прошлых жизней, так и из будущих. It is interesting how even if suppose you don't have flowers, you are seeing in your neighborhood they have flowers. He says, you bring those flowers and the neighborhood, it delivers 25 previous generations of his family and 25 generations in the future are delivered. Neighbors. Очень интересно, что также здесь и говорится, что преданные, которые поклоняются Господу Кешаве путем сбора цветов не из своего сада, а из соседского, предположим, сада, да, или из какого-то там районного сада, то он освобождает 25 предыдущих поколений своей семьи и 25 будущих поколений своей семьи. Of course, next 2-3 which are the best flowers, like jati, mogra, like the different flowers. Следующее это просто перечисление тех цветов, которые являются лучшими для поклонения. Это лотос, jati, они считаются лучшими. И благодаря предложению цветочной гирлянды из цветов jati, предлагающий их вернется на Вишналоку и будет пребывать там. Также считается, что цветы малати являются лучшими из цветов, и любой, кто поклоняется и предлагает цветы малати Шри Кришне, сразу
будет переведен в его царство. Также не следует... I don't know that everybody can see it. It is the Shankha Pushpa. Это Shankha Pushpa. Blue color Shankha Pushpa. Это голубая клитория, насколько я помню. You will get it, if you Google it, you will get it. It is called... Maybe there. Yeah, I don't know the exact... It may be there. Можете посмотреть в Google, но, по-моему, это явно была правая территория, да. He says, if you offer this, the entire family will be destroyed. И говорится, что если вы будете предлагать себе территории, то тогда вся ваша семья будет уничтожена, что скажем так, будет раз... Sometimes devotees find nice flowers in some other garden. What to do? Can we steal them? Иногда преданные видят, что там в каком-то саду, например, в саду красивые цветы, и возникает такое, может быть, желание подойти и украсть их и предложить Кришне. Можно, что делать? Можно так делать? You know, Sanatana Goswami covers that also. No, the Sanatana Goswami, yeah, I believe that is so interesting. I was really shocked when I read this. Когда я это прочитал, я вообще в шоке был. Потому что here it is said. Потому что здесь говорится, если нет цветов, доступных цветов для поклонения Господу, тогда никакой проблемы нет в том, чтобы украсть их. Кража цветов ради поклонения Господу никогда не считается кражей в ее изначальном смысле. So you have the license, you can go to the market and flick. Поэтому можно даже на рынок прийти и что-нибудь там украсить для Бога. It should not be done in a normal case. If you don't have money and that you want to offer, sometimes it is okay, but don't make it a practice. Oh, now here is a license, or we can steal the flowers. Chalo, now onwards we will do that. Естественно, конечно, это не то, что руководство действия. Ага, понятно, теперь у меня есть лицензия, скажем, я могу ходить и красить цветы, там, например. Нет, это только делается в тех случаях, когда совершенно нет никакой возможности приобрести или достать каким-то другим способом цветы. So next is even more interesting. If what to do if there are no flowers? Итак, что же делать, если вообще нет цветов? It is said you can offer tender durva grass. Здесь говорится, что когда совершенно нет никаких цветов, нет возможности их достать, тогда можно предлагать нежную траву дурва. And it says you can offer fragrant flower trees leaves. Leaves of the fragrant flower trees. Также можно предлагать ароматные листья ароматных деревьев. Like Bhrungaraja, Bilwa, Blackberry is also there. Blackberry tree leaves you can offer. Например, Брингараджа, Бильва, Бака, или ежевика, или манго, или лимон, вот эти листья можно предлагать, листья этих растений. It said if there is absence of ежевику даже можно предложить. If there is absence of leaves, one should offer water. А если даже листьев нет, то тогда хотя бы воду можно предлагать. So, and there is a small note about plucking tulasi. Is there tulasi? Tulasi. Yes, in India nobody offers sunflowers. Да, в Индии никто не предлагает цветы подсолнуха. And there are marigold. Marigold can be offered. Но есть бархатцы можно предлагать. But of course, in the absence of the flowers, you can offer marigold and like that. But
in India, North India, they offer marigold. South Indians, they don't offer marigold. Если нет других цветов, тогда бархатцы можно предлагать. Я тут видел, что у вас тут везде бархатцы растут. Они у вас там просто растут, можно их пойти и срезать. Полно бархатцев, надо пойти и срезать. И украшения, которые тоже нельзя Maybe. See, if there is no flower, it is allowed. You offer some flower. If you don't have flower and you are getting sunflower, you can offer that. Да, то есть если у вас совершенно никаких цветов нет, есть только подсолнух, тогда можно. Здесь еще небольшая есть цитата о том, как собирается листья туласи. Туласи, you read that? Итак, не стоит собирать листья туласи в новолуние, полнолуние, двадаши или по воскресеньям. Но вайшнавам не следует, действительно не следует собирать только в двадаши. Остальные, ну, как бы, окей. So after offering туласи, I mean, all these flowers, next you offer is the дуба. Итак, после того, как вы предложили туласи, все цветы, то вы предлагаете дупу. There are so many things here, дупа, you can read. Опять же, здесь очень много ингредиентов для дупа. Дупа изготавливается из джатамамси, гугулу, дару, сихалоки, агуру, шанкара, и мускатного ореха. И все эти ингредиенты очень дороги Шри Вишну. Помимо мускуса, все продукты должны быть не животного происхождения. То есть все продукты, какие-либо другие продукты животного происхождения нельзя употреблять, кроме мускуса. Next. Тот преданный, который с преданностью предлагает дупу, сначала попадает на Вайлоку, а потом из нее в царство Господа Вишну. В этот век Кали тот, кто предлагает дупу из камфоры, черной агару Шри Кришне, достигает освобождения и также обретет такое же тело, как у самого Господа. Ну, или характеристики тела, как у Господа. This one? Not this one. This one? Yeah, below. Yeah. There are so many about dupa, just cutting short. You get so much of benefit offering dupa, you know, you go to, you get liberation, you will go to the, you will get the same bodily features of the Lord, you go and stay, in, you know, go to the Vaikuntha, and all that is there. So the last one, I just want to read out. Там есть очень много просто всяких преимуществ, которые получают преданное предложение дупы. Но вот здесь очень интересно, я хочу зачитать именно последний. Не только тот, кто предлагает дупу Господу, но и даже тот, кто просто наблюдает за предложением дупы, достигает тех же результатов. Поэтому просто прибывая на арти, когда вы просто приходите на арти, вы получаете те же преимущества, что и те, кто служит. A pujari is alone doing, he can do arti, no? Why I have to go in front of the deity? What is my benefit? Иногда мы думаем, что пуджари там занят арти, а мне зачем тут быть, зачем мне подходить к алтарю вообще? If you attend the arati ceremony, you will get the same benefit of the pujari who is doing the arati. Но если вы будете приходить на арати, вы будете получать те же плоды, что и пуджари, который выполняет арати. Next, Deepa. Следующее, это Deepa. Человек? Yeah. Согласно возможности преданного,
Асанам, ему необходимо поджигать лампадку, сделанную из ги, сделанную из фитиля с ги, и также покрытого камфорой. Если это невозможно, если нет этих ингредиентов, тогда можно использовать ароматическое масло в лампадке. Предложение лампадки на ги является лучшим. Если невозможно предлагать ги, тогда можно использовать масло, либо сделанное из горчицы, либо из кунжута, или кушунгу. Масло из кушунгу. So if you don't have ghee, you can use, best is, you can use it, tea oil, sesame oil. Да, если у вас нет ги, вы не можете сделать лампадку, из фитилька с маслом ги, тогда можно использовать кунжутное масло. Sesame, it came out of Yajna Varaha Deva. Да, потому что кунжутное масло нам даровано Вараха Деву. Оно произошло из Яги Вараха Деву. Итак, никто никогда не должен предлагать лампадки, которые горят на костном мозге или животном жире. Никогда нельзя ставить дипу на пол. Because there are so many, and they will get bored if you go on reading it. Если я буду просто читать вам, это, конечно, наскучит. Поэтому сейчас я буду. If a person who offers. Is free from all sinful reactions, that one becomes brilliant. A person who offers a lamp that burns tulsi wood. Итак, тот, кто предлагает лампадку, которая горит на древесине туласи, достигает плодов, таких же плодов, как предложение тысячи миллионов обыкновенных лампад. Лампадки даруют нам зрение и хороший дух, пребывание в хорошем духе. Чем больше преданный предлагает лампад Господу, тем больше он растет. Anyway, tulsi stick here, the rice sticks, you can roll it, you know, the cotton wick, and then dip it in ghee, and then offer it. It gives so much of benefit. And normally, cotton. You roll the cotton on the tulsi stick, and then dip it in ghee, and then you offer the army, that will be. Также можно просто потереть, скажем так, кусочек хлопковой ткани. Спасибо. Я могла сделать фитилек, растирая ватку на древесине тулоси, правильно? Наоборот, вовнутрь, закатать тулоси. Фитили как мы крутим? Берем ватку туда, кладем фитили. In India, we take the tulsi stick and take the cotton roll, and then roll it like this, and we do it. I don't know otherwise how do they do it. Dry tulsi leaves, they keep it under this thing, and then make a cotton cloth, and then they make a wick that type, and then offer in any way, whichever way they're familiar, they can do. В Индии мы используем для скатывания фитилька палочку тулуси, но я не знаю, как вы здесь делаете, может быть, вы, например, кладете листочки тулуси внутрь фитилька, в общем, каким образом вы делаете, таким можно делать. But in Yajna you cannot offer tulsi sticks. Но во время яги нельзя предлагать палочки тулуси. Tulsi sticks you cannot offer in Yajna. You can make sure you can only offer when if it is a Vishnu Ahuti. Только если посвященная Вишну, правильно? Да, Вишну Ахути. If it is a Jiva Tattva Ahuti for Acharyas, for other personalities,
You cannot offer tulsi. Тогда можно предлагать, но если она посвящена ачарьям или парадживам, то это нельзя. So it is very difficult to this tulsi week. It is mentioned only for Krishna, Vishnu tattvas, not for you know Guru tattva or Jiva tattva when you are doing Vyarthi. Вот эти петельки из туласи или из туласи, они предназначены только для Вишну таттвы и не для кого еще. So it is very difficult to monitor. That's why it is not recommended in Yajna offering dry tulsi sticks. Поэтому, так как очень сложно отслеживать, поэтому просто не рекомендуется использовать во время яги палочку туласи. Туласи is never considered dead. Туласи никогда не считается мертвой. So that is one of the reasons they don't offer it in yajna. Именно поэтому и не предлагают ее во время яги. They only allow it for one time arati. Ее можно предлагать только для единожды во время арати. There are few things. It is said it is if there is a lamp, it is there to put it off. If you put it off the lamp, it makes you blind. Born blind makes you. So many people were born blind. It means that they must have put off the lamp. But you know, it is offered to the deity. А также говорится, что если погасить огонь, лампаду, то человек становится слепым. То есть, например, если кто-то рождается слепым, значит, в прошлой жизни он, скорее всего, погасил лампаду, которая была предложена Господу. Anyway, there are many things here. And one should not keep the lamp on the floor. Instead, it should have a stand and they like this platform is there, you can put on that. This kind of platform, you can keep it, not on the floor. Нельзя ставить ни в коем случае лампадки на пол. Можно какой-то специальный столик или подставку использовать для этого, как у вас здесь, например, с этой стороны или с этой стороны. It's not below your waist. Или хотя бы никогда не опускать ниже уровня талии лампадки. Anyway, there is so much of benefits offering Deepa. All that benefit you will get when you see the deity offering, you know, pujari offering the lamp. Конечно, существует очень много преимуществ и плодов от предложения Дипы, но все эти плоды, все эти преимущества можно также получить, просто наблюдая за предложением Дипы во время арати на алтаре. After Dupa, Deepa, then you offer Nevedya, offering food. И после того, как вы уже предложили дупу и дипу, вы предлагаете наведен, то есть пищу. So you can read the second one. Итак, тот, кто. The first one you read, and then. Тот, кто предлагает блюдо Господу Хари, никогда не попадет в ад. Тарелка 36 дюймов является лучше. Я не знаю, сколько это сантиметров. It says the size of the plate. What is the size even Sanatana Goswami? Sanatana Goswami говорит даже о размере тарелочек. А тарелочка 90 сантиметров является лучшей, а вот 24 дюйма является средней, 60, то есть, соответственно, да. И никогда нельзя предлагать блюдо на тарелочке, которое в диаметре меньше 8 дюймов, знаете? 20. Меньше 20 сантиметров. It means, if you have a bigger plate, it prefer, first preference is bigger plate. Если у вас есть такая тарелка в 3 фута или 90 сантиметров, то есть огромная, превосходная тарелка, то тогда на ней надо предлагать. So, before installing the deity, one must think, can I follow all this? Поэтому до того, как устанавливать божества, необходимо задуматься, смогу ли я следовать всем этим наставлениям. So in fact, before installing the deity, it says that, the Shastra says, if one cannot afford
all this opulent worship for the deity, you should not install the deity. Поэтому в шастрах говорится, что до того, как устанавливать божества, если человек не может позволить себе, например, предлагать все то, что описано здесь, то тогда не следует устанавливать божества. You cannot take the example of Rupa and Sanatana Goswami. They were taking the deities on their jolly, you know, on their back, hanging on the tree. They were offering some whatever they begged, saltless roti and things like that. This is, you cannot, you know, say, oh, the, you know, deity is very merciful, it is simple. We have our Goswamis and done that. No. Afterwards, what happened? They built a big opulent temple. So can you also build a big opulent temple? Нельзя следовать примеру Санатана и Рупы Госвами, которые брали своих божеств, просто в сумочку клали, там вешали на дерево, предлагали какие-то безвкусные совершенно лепешки и везде с ними ходили. Потому что что случилось после этого? Они построили огромные, великолепные храмы своим божествам. А вы сможете построить великолепный храм своему божеству? Their worship level was so, it is very high. We cannot imitate that. We cannot selectively imitate something and leave the rest of the thing. Их уровень преданности был настолько велик, что мы не можем просто имитировать его. Мы не можем как-то отдельно имитировать что-то, что они делали, а другое другому не следует. They were sleeping under one tree for one day, one night, for just 1.5-2 hours maximum. Они спали под одним деревом ночью, может быть, 1-1.5-2 часа максимум. Rest of the time they were engaged in the devotional service of Krishna. А, все остальное время. Either writing books, or chanting, or Gandharva, or А все остальное время они были задействованы в преданном служении Кришне, либо в написании книг, либо в воспевании святых имен, либо в предложении поклонов и так далее. So if you can also engage yourself 22 hours a day, then you can keep a simple worship for the deity. Так что если вы можете себе позволить 24 часа в сутки посвящать себя полностью преданному служению, то тогда можно себе позволить такое отношение к Богу. Anyway, we'll go to the next one. И мы разберем следующий слайд. This one. Would you like to have some more? No. Итак, следующее. In other words, when you do deity worship, you know, like when you're offering the foodstuff, you must know what is best for what you desire best. That you can offer, you should offer to the deity. Иначе говоря, можно сказать так, что когда вы предлагаете что-то из идеи для божества, вот то, что вам бы хотелось, например, предложить, то, что вам бы хотелось вообще то, что самому съесть, вот это и можно предлагать. Существовало? Итак, то, что больше всего хочется тем, кто там, то, что больше всего хочет тот, кто предлагает, и то, что дороже всего тому, кто предлагает, вот именно это следует предлагать мне. Такое предложение позволяет предлагающему обрести вечную жизнь. Предложение пищи должно, пища, которую вы предлагаете преданному, необходимо подбирать так, чтобы в ней были разные виды вкусов. И таким образом необходимо поклоняться Верховной Личности Бога. Если нет, например, различных видов вкусных, если, например, нет возможности предлагать вкуснейшие блюда, то тогда можно просто предлагать сладкий рис, смешанный с ги. И также in the absence of various types of delicious foods, yes. Did you read that? But if you don't have this, you can offer this. So it is, although it is said, if you don't have this, you can offer this. That is, you know, to make sure that you should always have nice foodstuffs to offer.
In emergency, if it is not possible, you are in such a place, you are not able to do it, then the alternative is said. Alternative itself is not a rule. It should not be regular. Имеется в виду, что у вас всегда должно быть что-то вкусное, что-то очень приятное для предложения Господу в качестве пищи. Но если, предположим, вы путешествуете, или нет возможности предложить что-то вкусное, разнообразное, то тогда есть альтернатива. Но альтернатива – это неправильно. Not that you sit and I now meditate and offer the nice foodstuffs, I don't have to offer in the altar. It doesn't work like that. Это не то, что вы берете за правило, то, что сейчас я посижу, помедитирую, и в своей медитации буду предлагать различные блюда, а на алтаре ничего предлагать не буду. Нет, это не должно быть правилом. So there is so many things, if you offer this yogurt, rice mixed with the milk, so many things are given. All that jaggery, honey, chilled honey, moong dal, chickpea, and so many, all this. Laddus, every food items if you offer, what benefit you will get, all that is mentioned here. Итак, здесь говорится о том, какие плоды, какие преимущества получает тот, кто предлагает самые разные виды блюд, ги, из йогурта, из злаковых, из бобовых, ладу и так далее. Очень много всего здесь описано. So we will skip all that. Мы об этом говорить не будем. But it is mentioned so many what all benefit you get. То есть здесь все описано, какие преимущества, какие плоды получает тот, кто предлагает каждый вид пищи. Then comes to after Naivedya comes to Yajna. И после Наведья мы обсудим Ягну. Eggplant. Prabhupada took it. It was offered. Prabhupada, just find out during Prabhupada's time what was offered. Just keep it. Просто найдите информацию по тому, что использовал Шрила Прабхупада, когда еще был здесь. И следуйте. Don't worry about different mutts, what they do. Whatever you will find out during Prabhupada's time what was offered. Did eggplant was offered? Did Prabhupada eat that? Just offer. Не волнуйтесь о других матках, что они там делают, что они едят и не едят. Просто удостоверьтесь в том, что Шрила Прабхупада, чему следовал Шрила Прабхупада, что он ел, что он не ел, и действуйте в соответствии с этим. Eggplant is brinjal, right? Brinjal. It's like brinjal, it's not like proper brinjal, it's different. I don't know what is available in this part of country. But in India, eggplant is very much offered. Eggplant is offered. You can find out what does eggplant have. Mushrooms? No. Конечно, вы можете посмотреть, из чего, в общем, какие там составляющие этого баклажана местного вашего. Но и вы никогда не едят баклажан. So next is homa. It is very interesting. Итак, следующее это homa. Очень интересная тема. Because in every temple, in big temples, I don't know, in every big temple they offer Shodashopachara, then they offer Yajna in front of the deity. They do Samhitadhana. Потому что во всех храмах после подношения Шодашопачары проводится ягья, проводится такое подношение. Every day there is a Yajna. Каждый день. You may say Amarsi Sankirtan Yajna, that is Yajna. Correct. We agree to that. We are not against it. But on the part of the deity worship in Pancharatra, there is a fire sacrifice is recommended. You can't deny that. You can't say, it only means that you don't know the Shastra and you are arrogant. That's all. Итак, вы можете сказать, что у нас тут Санкиртана Ягья. Ну, конечно, мы не спорим. Пожалуйста, Санкиртана Ягья никто не отменял. Но все-таки есть назначение проводить огненное жертвоприношение, то есть Ягью. И не следует избегать. Так как это является частью Панчарата и поклонения божествам. Okay, then we have, after you offer
gives what is all that Mukhavasa. It says, Lord Krishna remains satisfied with a person who offers him with love and devotion camphor, puga and betel leaves. Итак, после этого предлагает Сивасе Тамбула. И здесь говорится, что Господь Кришна остается удовлетворенным тем, кто предлагает ему с любовью и преданностью камфору, пугу и листья бетеля. And there is, of course, you offer chhatri, chamara, vyajana. Chhatri is umbrella, chamara, vyajana is a fan, peacock fan, or a fan made out of this thing, velvet, you know. You have that small, I don't know, you've seen in South India, they have that fan, a type of fan. And in many temples, they make this chamara, this fan, made out of silver or gold, and they offer it, you know, like small, handy, this thing. Chhatri also made out of gold or silver, they show him like this. Потом вы также предлагаете чатри, чамару, то есть опахалы, разные опахалы из перьев. Павлина, например, или, может быть, вы видели, в Южной Индии также есть бархатная пахала, такой полукруглый, и также в Южной Индии предлагают пахала из серебра, например, или золота, или небольшого размера, или скорее просто демонстрируют. Также можно предлагать обувь. And it gives so many things, those who offer yellow flag, the symbol of Garuda, with the symbol of Garuda to the Lord, will be worshipped throughout the universe. И также тут говорится, что тот, кто предлагает желтый флаг, что является символом Гаруды, that he will be worshipped. He will be worshipped, the person who offers. Yes, as Lord of the universe. Throughout the universe. Да, и тот, кто предлагает желтый флаг, который является символом Гаруды, этому человеку будут поклоняться по всей вселенной. And it says that if you offer mat to keep the shoes, you offer a mat, and for keeping the large shoes, one will be victorious. He will always be victorious. И также говорится, что тот, кто предлагает специальные постаменты, специальную подставку, спасибо, для обуви Господа, то этот человек victorious. Будет побеждать во всем. So like this mirror you can offer, show to the mirror, every day you show the mirror to the deities, he will attain good fortune, like that many results are there. Также предлагаю ежедневное зеркало божествам. Человек достигает везения и хорошей удачи. Finally, Sanatana Goswami says, it does not matter whatever one devotedly offers to Vishnu, he will achieve unlimited benefit and become qualified to attain Vaikuntha Loka. Whatever he offers, he will achieve. In devotion, in love to Vishnu, he will achieve unlimited benefit. И в конце Санатана Госвами говорит, что бы ни предлагал преданный с любовью и преданностью, он достигнет нескончаемых преимуществ, у него будут нескончаемые преимущества и плоды его деятельности. If you are tired, I will stop here and take questions, and we can continue tomorrow. Some more questions are there. Если вы устали, то можем остановиться здесь, и я могу ответить на ваши вопросы. I would like to cover this Gita, Vadya, this is dancing and singing the glories of Krishna in front of the deities. It is very interesting. We will do it tomorrow otherwise. Я бы очень хотела рассказать также о Гите, Вадье и Нритине, то есть о воспевании славы, песнях и танцах во славу Господа. Мы можем об этом завтра поговорить. So we will discuss that tomorrow, if you want. Мы об этом, если вы хотите, поговорим завтра утром.
Morning mantra class can be cut short. Можно обрезать немножко утренний класс по мантрам. And if you happen to read Haribhakti Vilas, if it is available in Russia, please read it. И если у вас есть Haribhakti Vilas на русском языке, пожалуйста, читайте ее. Прабу упоминал, что за третье собирать дугуси, вкладыши. Мы знаем, что в Haribhakti Vilas вкладыши также запрещено омывать вкладыши. Но в Искон это не практикуют. То есть это серьезный запрет, так сказать, да? Или его можно закрывать на него глаза? Bathing and washing, I never heard this. I read the whole Haribhakti Vilas. I never came across this. Bathing is not prohibited on Dwadashi day. And if it is for, in fact, it is said that if it is pujari, if he, for the everyday, for the worship of the Krishna, he can pluck any day. И на самом деле даже говорится, что если пуджари срывает листья туласи для поклонения божествам, в принципе, в любой день может это делать. Although we avoid Dvadashi, but the higher principle is that for worship of deity, if it is required and it is not there, we go and pluck it. Но, конечно, мы избегаем делать это в Dvadashi, но даже если, предположим, нет никак ни одного листочка тулсы, даже это возможно, если это необходимо для служения божеством. And Prabhupada gave the two shlokas, Kshamapana shloka tulsi, Keshavartam chinamitvam vartada bhavashobane. For the sake of Keshava and plucking this tulsi, please be, you know, please be pleased with me. It says, be pleased with me. Даже Шрила Прабхупада рассказывал о такой шлоке, в которой говорится, что от обращения к Туласи, то есть мы говорим, я срываю эти листья для поклонения Шри Кришне, поэтому, пожалуйста, будь довольна мной. Овощей, фруктов, и из того, что нам дорого и нам нравится. Означает ли это, что нам не надо стараться предлагать божествам те блюда, которые в шастрах описаны? Или это все-таки мы должны прикладывать усилия к тому, чтобы научиться готовить эти блюда и новые? You can, yeah, of course, both are there. One is what you think is the best for you, you desire, you want. So, in other words, the quality should be best. And if you are often, you know, cooking ghee and like that, and you feel oneself, you feel you want to eat such a nice foodstuffs, it should offer better than that, you know, best. The spirit is the best quality food should be offered to the deity. Тут смысл заключается в том, что иногда, предположим, вы готовите и мысленно думаете, что вот я бы хотел сейчас съесть что-то, то есть необходимо готовить то, что вы желаете, потому что это будет лучшего качества приготовленная пища. То есть самое лучшее, что вы можете предложить, то, что вам самим хотелось съесть, вот необходимо это готовить, потому что это самого лучшего качества пищи будет, самое лучшим образом приготовленная пища. In Pancharatra Pradipa manual, they are given the foodstuffs. Конечно, в руководстве Pancharatra Pradipa есть определенные рецепты какие-то.
I just want to mention, I forgot to mention about 36 inches plate. Я тут забыл рассказать о вот этой 90-сантиметровой тарелке. I went to Bangladesh. Я один раз был в Бангладеше. Dhaka. В Даке. In that we have ISKCON center near Jagannath Balaji Subhadra and small deity of Radha Krishna. У нас там есть храм ISKCON на божества Джагнат Баладева Субхадра, небольшой Радхи Кришны. You'll be surprised to know they offer 3-4 big plates. 36 inches big plates, 4 plates for Rajbhoga. И вы, наверное, удивитесь, потому что там предлагают 4 огромные вот эти вот тарелки, 36 дюймов во время Раджбхоги днем. 25 sabji, vegetables they are. 25 sabji предлагают. 8 types of, you can please blow it. Я не настолько важен, поэтому можно дуть. It was not a dream actually, you can say it's a dream, but he said,
Every day you offer me 56 varieties tapan dulu. И, может быть, это даже не сон был, но можно назвать это сном. И Господь явился и сказал, каждый день мне надо предлагать 56 видов тапангури. There only one mother and son, they were the one who do it worship. А служили ему мать и ее сын. It's not that son was a millionaire. Это не то, что сын у нее миллионер. But no. Even to this day, they're offering Chapangogi every day 56 varieties. Даже сейчас, по сей день, каждый день они предлагают Чапангог 56 различных видов блюд. It's just a question of heart and the mind and determination. You can do it. Это вопрос только в вашем сердце и настрое. Тогда все возможно. Действительно, Шривасачарья и... Адвайта
Адвайта, в смысле, Адвайта, Ачарьи, да, Шивасу, ну, так как они стоят со сложными руками, можно использовать для них цепочку, потому что ее легче одевать, особенно если она с крючком таким. Well, it all started, if you, I don't know if you read that, it all started by Yamuna Mataji and Maruti Mataji. She observed that in Jaipur Govindji Mandir, they offered scent, keep offering scent. На самом деле это было зачато, скажем так, иначе это Малати или Ямуны, скорее всего Малати, потому что она увидела, что в Джайпуре Говиндже предлагают постоянно что какие-то ароматические вещества. So she came back and asked Prabhupada, can we offer scent for the tea? И Бадана вернулась из Джайпура и спросила, что Прабхупада, можно тоже предлагать ароматические вещества? Prabhupada said yes. И Прабхупада сказал, да. And they started went to offer. Then the Narasimha, nothing happens. Though, so they started doing it. И тогда они задумались, когда предлагается, но во время Нарасимха про нам ничего не происходит, в смысле, ничего не происходит, там особо ничего не предлагают, тогда они решили предлагать вот во время Нарасимха. So in Шодашопачара, you offer fragrant oil to the deity, and then cotton is offered to the afterwards. When you take Charanamrut, they keep it and then they take it. That is also okay. Шодашопачаре указывается, что вы предлагаете масло, ароматическое масло божествам, а после этого можно обмакнуть ватку, опять же, и потом предлагать, ну, собственно, как мы и делаем вот здесь. Both are okay, because it has started during Prabhupada's time, so many temples continues, even today they offer it like this. And then, but in many other temples, they use it after Шодашопачара, the prasada is given to the Сейчас во многих храмах действительно так делают, и после предложения Шодашопачара предлагают вот еще это масло, и потом выкладывают как прасаду. Proper way of flower offering, you mean the number of rounds? Вы имеете в виду, сколько раз нужно... Манджари? Манджари? Манджари это зеленый еще раз. Это тоже манджари? Да. How to properly offer манджари? It means flower of tulsi, the smallest. I understand. It is said that manjari with the four leaves. Говорится, что манджари, который есть четыре листочка, is the first preference. You can put into the lotus feet, make a garland. If you get more of that, you can put a garland. Можно ее предлагать лотосным стопом, или если у вас есть много таких, то можно из нее гирлянду даже сделать. And if it is very tender, nicely, you can make a small garland, tie it to his hand, если они нежные манджари, то из них можно сделать маленькую гирлянду и повязать вокруг запястья. Тогда Кришна может постоянно нюхать эту гирлянду. If you have more, you can make a garland. If it is just one or two, keep it at the lotus feet. Если у вас много, тогда можно гирлянду сделать. Если одна-две, просто предлагать лотосным стопом. Да.
first one is, suppose you offer the lamp and there are 5 weeks are there, and you have to, maybe you have to wash the lamp or something, so what to do is still burning. Then you have a pot and put it over there. Итак, первый вопрос. Ну, предположим, вы предлагаете 5 петельков, предположим, у вас там 2 еще горят, вам нужно срочно помыть лампадку. Тогда вы просто в горшочек сбрасываете эти петельки. You can put it in a pot, something, and put the all the 5 weeks in that. Можно все 5 петельков туда положить, и они будут продолжать гореть. But avoid extinguishing that. Но избегайте именно тушения этого огня. But if to put the lid on, that it will extinguish. That's the apparatus. Yeah, that's the apparatus. That's enough. Depending on the strength, the size of the temple. If there are no big, they're not big numbers, devotees, then you can offer a small wick. So immediately it will get burned, everything finished. Но если у вас храм, предположим, храм не так много, нужно делать сами петельки покороче, чтобы они долго не горели. And in big temples, there are a lot of devotees. They all have to take arati. Then you have to make giving normal standard giving is coming, and then by the time everything finished, the arati ceremony is finished, that is also be finished. Ну, конечно, если большой храм, то и фитильки соответствующие, согласно стандарту Шрила Прабхупады, пока там всех обойдешь, с этими фитильками они сами уже покажут. У нас почти все пужары, которые выполняют на пуджу, работают, вот, и некоторые из них приносят из дома свои шваграммы для того, чтобы во время утренней пуджи помыть домашние шваграммы. Можно это делать вместе с храмом и шваграммом одновременно, или все-таки их нужно разделять? So, the devotees who worship Shaligram Shila here in the temple, they are having also Shaligram Shila at home. Yes, and they bring him here, and they, along with the Shaligram Shila, they worship their Shaligram Shila, and they take back home and keep him there. That's all right. If you don't have the pujari shortage and they are ready to do it, somebody, and but he also has his own deity and everything. What can be done? Yes, he can bring it and then at least he worship. There's nothing wrong. Если не хватает пуджари, предположим, тот пуджари, у которого дома Шила и Шилаграм Шила, необходимо, чтобы он выполнял утреннюю службу, тогда, ну что делать, не проблема, пусть приносит свои Шилаграм Шила и здесь вот поклоняется. It is the more of a management, administrative management problem than a philosophical problem. If they are okay with that, they can bring in a worship so that your at least your problem is solved. The morning who will go to the altar and then do the worship. You are shortage of pujari and there is a person who is willing to do it, but he also has this. So he says, I have deity, what can I do? Then let him bring the Shaligram Shila, if it is Shaligram Shila, and worship and go. At least for Shaligram Shila, one or two Shaligram Shila shouldn't be any problem. If it is going to be a big deities, then you may have to take a decision. Это даже наоборот только выгода храма в этом заключается, в том смысле, что вам не нужно думать о том, кто же придет и будет служить божествам, когда есть тот, кто готов прийти и служить божествам рано утром и при этом еще принести свои Шилаграммы Шилы. И не проблема, это небольшие божества Рады Кришны, которые кто-то приносит.
Это шилограмм шил, который можно принести. Well, that is what the management has to take a call. If it is, you know, you don't have a pujari, that is what. If it is a shortage of pujari, and there somebody is willing to do it, and he wants to bring the deity and keep it there and worship the main deity of the temple, so that he doesn't have, because he will not have time to go back and do all the again another worship in the home. Then in that case, you have to allow. If it is, in that case you may have to allow that demand. Это проблема скорее управления, в том смысле, что если у вас не хватает, в вашем храме не хватает пуджари, то тогда, конечно, можно предоставить возможность или пустить пуджари, у которого есть свои собственные божества, чтобы он пришел и поклонялся божествам храма и также своим собственным божествам. Но у вас может быть... Да, или иначе говоря, необходимо просто назначить пуджари, просто пуджари определенного, который будет поклоняться только божествам. В общем, проблема управленческого характера. It's a management issue. No. Yes, bro. Oh, sorry. It is said that if you have to be extinguished, normally it is not extinguished, but in some places you can't avoid. There will be issues, constraints. Then it is said that you take milk and mix little water, and then you know you can pour it and then extinguish. If the milk is not available, yogurt. How did you get the yogurt without milk? Тут ваш вопрос, да, в принципе говорится, что если действительно огонь не потухает, можно использовать молоко, разведенное водой, но вообще он должен сам потухнуть. Но если уж там никак, то можно молоко, разведенное водой. А вы говорите йогурт, например, или кефир, откуда у вас йогурт, если нет молока? Anyway, yogurt can also be used. Ну ладно, можно в принципе йогурт. But don't use plain water. Но не надо просто водой гасить огонь. Да, only for Vishnu Tattva, Gornita is Vishnu Tattva, you can offer. How it is made, you can ask Mataji, I think they will teach you. Так это всегда мы предлагаем. Начало Господу, а всем остальным как Махапрасад. Это структура пуджи. По-другому не бывает. Is that after offering Gornitai you have to worship Guru Parampara, then is that the issue? Просто там говорили о том, что там запретно для прослушивания. Что там спрашиваешь? Разъяснить, что было понятно в голове. А что разъяснить? Мы сначала предлагаем Гаунитай. Там вопрос шел про полубогов и предков, что не под... Не... Yes. Можно.
положению Голуби Тайна. Принимает ли Гопала оскорбление? If you have a deity of Gopala, huh, you offer it to Gopala. Yes, if you ask the Dom of Божество Gopala, you can bring it to Gopala. The first criteria for anybody who wants to worship deities, that he must take Brahmin initiation. Первый критерий для того, кто желает поклоняться Божествам, это брахманическая инициация. Second criteria is deity should be installed. Второй критерий – божества должны быть установлены. There should be a regular standardized worship. Третий критерий – необходимо, чтобы была регулярная, также установленная, стандартизированная служба, служение божествам, поклонение божествам. Deities means having a baby. Deities, having deities means having a baby. Служение божествам означает все равно, что служение детям. So when they travel, what will they do with the baby? Поэтому, когда, например, кто-то куда-то путешествует, куда-то едет, то что человек сделает со своими собственными детьми? Either they should be given in the care of some devotees, relate somebody who can worship, keep taking care of the deity. Либо их нужно передать на какое-то время, чтобы кто-то о них позаботился на какое-то время, там, в преданные или родственники. Or they should carry the deity, like they carry the baby. Или нужно с собой взять, словно так же, как вы взяли с собой ребенка. So if they can solve all these problems, then only they should have the deity. И если преданный может соблюдать все эти критерии, только тогда он может поклоняться божеству. And one more criteria which Prabhupada said, well, if they are close to the temple, if they can, they should simply go to the temple every day. Еще один критерий, который Шрила Прабхупада упомянул, он сказал, что если человек живет, преданный живет рядом с храмом, он просто должен ходить в храм и поклоняться там. Only if they cannot go to the temple every day, they are living far away, then only he is allowed to have deity. Только в случае того, что человек живет очень далеко от храма и не может приезжать ежедневно, тогда ему разрешается поклоняться божествам дома. And Prabhupada's standard was he recommended only Gaur-Nitai. И согласно стандарту Шри Прабхупады, он рекомендовал поклонение только Гаур-Нитай. So now, having said all this is for the devotees who are going to start a new deity worship in their homes or anywhere. If they are thinking of, they should consider all this. Итак, для новых преданных, которые только собираются поклоняться божествам, или для тех, кто уже поклоняется божествам, необходимо теперь, вот когда у вас уже есть эти знания, принимать их во внимание. Those who already have deity, they should at least, then they should raise their standard, and they try to fulfill all these criteria. И те, кто уже поклоняется божествам, кто уже есть божества, им необходимо поднять стандарты. They should исследовать критерии. Keep some time limit. Fix some time in 6 months or 1 year, I will come up to this standard. Необходимо зафиксировать какой-то дедлайн, какой-то себе отрезок времени, выделить на то, чтобы за это отрезок времени повысить свой стандарт. Предположим, полгода. Which spices should not be taken? Ekadashi, if you go by the, if you have a doubt, then you should simply take fruits, milk, and some vegetables and nuts. Если у вас какие-то вообще есть сомнения, то в Экадаши нужно употреблять только фрукты, молоко, некоторые виды овощей и орехи. You see, if it is grain or pulse or beans, otherwise you can offer, or you can eat spices,
the list of spices. Итак, все, что не является зерновыми, можно в принципе употреблять. Ну, про специи я еще раз напомнила сейчас. Попробуем. Spices, when it comes to spices, cardamom, mustard, no. Cardamom is okay. Cinnamon is okay. Горчицу нельзя. Pure turmeric. Зиру можно, листья зиры, а что еще можно? Leaves, coriander leaves. Не семена, а... Coriander or jira? No, jira is okay. Извините, jira is okay. Зиру можно, кориандр, не надо семена, можно листья, то есть кинзу можно. Jira is okay. Soap is okay. Salt is also like this. Mukwas, they use that salt. Buddy salt, they call it. Salt. Is not the dhania leaves or beech is not there. See, for the beet is, you can cook anything. Even for gornitai, you can put grain and then offer it, there is no problem. For oneself, keep it simple. It is better to keep it simple, fruits, milk, nuts. Лучше всего просто фрукты, молоко, орехи. And a few vegetables. Некоторые овощи. Which are not beans. Которые не являются бобовыми овощами, то есть не вот стручковая фасоль. Ездят в Индию, потом получают разную информацию из разных матов, разных сампрадай, потом
чего-то, какие-то выводы не делаю. Best is keep Prabhupada program. Лучше просто следовать по стопам, чтобы Прабхупады и все. Okay, thank you very much, Hare Krishna. Большое спасибо, Hare Krishna.